Короче, у нас просто исторический момент. Муж продает свою ласточку, в общем, едет на ней последний раз, в общем, говорит, просто машина шикарная, блин. Ой, говорит, еще куплю, разбогатею, куплю еще Ауди себе. Посмотрим. Ну, как ощущения? Шикарно, шикарно. Просто на корабле плывет. В общем, сейчас мы отдадим ее в добрые руки, приносить счастье уже другим. Может, с той стороны, нет?